Привидище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. Теперь мы играем за Майлза Моралеза, потому что у Питера Паркера там немножечко перекурчик. Отдыхает паренек после веновских штучек. Сейчас нам позвонил Ганки и сказал, что он нашел тайную радиосвязь с охотниками. И теперь нам нужно полететь туда и выяснить, куда эта тайная радиосвязь нас приведет. Ох, ёлки-палки, что это такое? Вот это сигнал. Тут еще и ястребы летают. Давай-ка посмотрим поближе. Ганки был прав. Друг поймал сигнал с этого спутника. С чем мы имеем дело? Такой охотой не гордятся. Это пятно на моем имени. Позор. Но все же они опасны. Найдите их и убейте. Крейвен, сколько же еще людей у него в списке? Дрон. Он использует сеть, чтобы выслеживать цели. Тебе так просто не уйти. Ю-ху! Полетели за ним. Получаю поток данных с дрона. Если сумею удержаться за ним, костюм извлечет данные и приведет меня к Ли. Понятно. Значит, удерживаемся в этом потоке. На них еще и бомбы? Сейчас, знаешь, будет прикольно, если загрузится 99%, а дальше будут проблемки. Как это обычно бывает. 50%. Пока все хорошо. Это сложновато, елки-палки. Он очень юркий. Еще и бомбу взрывает. О, нифига себе. Надо уворачиваться! Так я думал, они взорвались, и что они мне сделают? Это просто вспышки остаются. А нифига. Восемьдесят 88%. Ай! Прям в них влетел. 94, 95. Единственный шанс найти Ли. Я получил данные. Ничего себе, как жестоко. Крылья оторвал. Так, Крейвен. Где же ты держишь Ли? Что? Все цели смешались в одном файле? На дроне нет данных, Али. Но людям нужна моя помощь. Иначе они станут жертвами Крейвена. Если есть еще птички, я могу взломать их и идентифицировать цели, пока еще не поздно. Загружу данные на сервер паучка. Пит должен это увидеть. Навестить папу. Ок, летим к нему. Привет, пап. Мне бы сейчас так пригодилась твоя помощь. Я пытаюсь отыскать Ли, но ничего не выходит. Ты бы сказал, герой — это тот, кто не сдается. Я не сдаюсь. Просто не знаю, что еще сделать. Может, махнуть на всю рукой и целиком сосредоточиться на поисках Ли? Нет. Если людям нужна помощь, я помогу. И найду Ли. Если Питу не до того. Я Человек-паук. Я сам справлюсь. Пожелай мне удачи. Блин, не круто смотреть кат-сцены. Спасибо, пап. Вот такие разговорные, когда пауки в масках. Нет никаких эмоций, ты их не видишь просто. Кому тут надо помочь? Поэтому предлагаю посмотреть новый костюмчик Майлза, значит. Есть вот такой костюмчик. О, это же самый первый костюм Майлза Моралеза, самодельный, вроде бы как. Дальше, есть вот такой костюм навсегда. Больше на пантеру похож. И костюм с котом. Оу, какая прелесть. Давай-ка его откроем. С котиком побегаем. Класс. Насчет стилей. Сейчас мы их тоже откроем, поглядим. Мне вот нравится... Да, они все прикольные на самом-то деле. И вот этот тоже классный. Наверное, вот этот и оставлю. Но, по-моему, круче меня здесь коте.
МДжей! Привет! Я говорила с Питом. Он идет к дому Коннорса в Куинси. Ему может понадобиться помощь. Что, правда? Это Пит просил меня позвонить? Ну, нет. Но ведь два Человека-паука лучше, чем один, так? Ладно. Хорошо. Спасибо, МДжей. О, ну вот. Только я решил поиграть за Майлза в новом костюмчике, так мне сразу говорят, переключись на Питера, там важна сюжетная линия. Что ж, похоже, придется это сделать. Надеюсь, Коннорс дома и контролирует свое зеленое я. Доктор Коннорс? Доктор Коннорс, вы здесь? И долго он уже звонит? Похоже, дома никого. Вырубим будильник. Семья Коннорса. После истории с ящером от него ушла жена и забрала сына. Хотя Крейвену-то что? Наверное, одному жить в таком доме одиноко. Я бы сказал, печально. Комната сына. Любитель зверушек. А что мы, собственно, здесь ищем? Улики пребывания его здесь? Тогда нужно искать огромные следы ящера. Док! Коннорс был тут. И, похоже, дрался не на жизнь, а на смерть. Нифига себе. О, боже. Что Крейвен с вами сделал, док? Он вырвал кусок. А ты как уцелела? Привет. Тут нет никаких цифр. У каждой клавиши своя нота. Может, код — это мелодия? Видимо, ее нужно найти, эту мелодию. Но это же не та игрушка, которая наверху в детской была, которая играла та-та-та-та-та-та-тан. Нет, не, это не она. Может, тут что-то есть, подсказка? Образцы крови для анализа генома. У Коннорса тут лаборатория? Ищем подсказку по цветам. Что бы это могло быть? Вот тут, смотри. Купить молоко, свинюшка нарисована. Хм. Подожди, вот тут что-то? Нет, показалось. Хотя бутылочки, смотри, цвет какой. А, красный. Но я не думаю, что в бутылках тут суть. Пошарюсь тут. Опа, вот, вот же что. Мило. Тот же трек с мобильного. Блин. Точно, эту мелодию надо сыграть? Ну, хорошо. Ну, может быть, не ту. Ладно, еще раз прослушаю. Фиолетовый, 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 зеленый, голубой. Потом зеленый. Ну, давай. Попробуем эту мелодию сыграть. Значит. Ту-ту-ту-ту. Тон-тон-тон. Тон. Правильно, прикинь. Весь прикол в том, что я ее напевал. Он сбережет свои секреты. И можно было на слух просто попробовать сыграть. В этой лаборатории он мог уберечь себя и свою семью во время приступов. В террариумах Коннорс держал рептилий для опытов по регенерации. Я так и не узнал, как он потерял руку. Датчик движения активировал камеры около 30 минут назад. Что он так вколол мне? Он хотел сделать анализ крови. Ну уже, доктор Коннорс, боритесь.
заплатит за мучения Коннорса и его родных. Ящер уже не тот, что раньше. Он мутировал в гораздо более что-то жестокое и мощное. Оу. Бункер его не удержал. Крейвену бы понравилось. Кровь Коннорса. Берегите вход. Охотники. Зверь может быть где угодно. Эффектное появление. А зверь уже здесь. Ты славная добыча. Достойная Крейвена. Да ты что? Сейчас я вам расскажу, что будет дальше. Оставляйте Коннорса в покое. Ему и без вас сложно. А если вы или Крейвен его потревожите, столкнетесь со мной. Хорош. Полежи. Вы прекращаете охоту на ящера! Береги! Блин, скотина, ненавижу этих арбалетчиков. А ну иди сюда. Натяг ты его. Крейвен хоть понимает, что сделал с Коннорсом? Ребята, у меня для вас есть классная штучка. Держите. Потому что хочешь что-то доказать? Сал! Для него это просто игра? Блин, не получилось его к стенке прилепить. Ящером. Давай, падай. И паутина закончилась. Я устрою ему охоту. Выкусил. Крейвен получит вас обоих. Он пожалеет, что заявился в Нью-Йорк. Наконец-то. Спутники сканируют все активные каналы. Триангулируем позицию. Цель на рыбном рынке в Гарлеме. Оцепите сектор. Ящер на том берегу. Я не успею добраться. Это 19 век. Прикольные косы. И призматическое платье с высоким воротником 19 века. А, вот как. История бок о бок с афрофутуризмом. В жизни золотая краска смотрится красивее. Да, есть что-то такое. Опять он? Ли еще не поймали. Я нужен городу. Не я, а... Человек-паук. Некоторым нужен и Майлз. Секунду. Пит, какие новости? На рынке? Да, да, выдвигаюсь. Что-то случилось? Извини. Я напишу. У нее что-то в ухе есть, это красота. Типа... Красота! Я про мурал. Спасибо. Это типа намек на слуховой аппарат или что? Еее, мы снова с Котейкой выходим на битву. Вовремя Пит перезвонил. Привет, ну как дела с Хейли? Пришлось уйти. Тут ящер. Поможешь мне его выследить? Тот самый ящер? И Хейли считает, что искать Ли — безумная затея.
Они все так думают. Мы просто тебя бережем. Месть, она... Я не хочу мстить! Папа всегда давал людям второй шанс. Но тут дело в другом. Это я должен защищать вас, а не наоборот. Ясно. Ладно. Сейчас настрою оборудование. Вроде никого. Но надо проверить. Все-таки я буду не один. Все на выход! Живо! В темпе, в темпе! Будьте начеку, он ищет добычу. На поиски ящера высылают дронов. Может, и мне они помогут. Система пассивной защиты? Да! Да! Она самая! Лучше не приближаться! Нельзя, чтобы они нашли его первыми. Я ими займусь. Начнем, конечно, с ястребов. Рассредоточьтесь. Найдете ящера, в одиночку не атакуйте. Окей. Чувак, докладываю обстановку. Полно охотников. Они используют для слежки дроны птицы? Кажется, да. А что? У меня идея. Ты займись складом, а я кое-что сделаю. Легко. Я сейчас тут такую паутинную историю намучу, что любой паук обзавидуется. Надо, чтобы вон тот ястреб сел. Блин, прикинь, потолок мешает, я пролезть не могу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как нехорошо вышло. А так? О, получилось. Теперь сюда. Теперь мне бы вон туда, и вон туда бы не помешало. Какая отличная паутинка выходит. О, то, что мне нужно. Привет. Хорош. Очень хорош. Где у нас? Вон там еще ходит чувачок. Сейчас мы прям под ним паутину сделаем. Бежим, 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 бежим. Дверь перекосила. Тут нужен домкрат. Попался. Не везет сегодня злодеям. Ой, еще как. Вон там одинешенько ходит. Можно оттуда попробовать ее подцепить. Безопасно. Ништяк. Оу, это было больно. Сладких снов. Там опасно. Опасно, опасно, опасно. Зверь был здесь. Кто, собственно, остался? Вон там хочу посмотреть. Никого нету. А там есть человечек. И что ж ты там делаешь? Ой, он меня палит. Человек-паук здесь! Блин! Наверху! Успел? На этого паука Крейвен не успел! Как обидно, как обидно. Пока долго думал, меня впалили. Или меня не впалили? Да нет, меня впалили. Где мой костюм невидимости? Как его врубить-то? Я а, вот, потеряла. Вот он. Наконец-то. Наконец-то. У меня сейчас камуфляж уже кончится, а я... Сделал вот так. Все обошлось. Фух. Все обошлось. На нее смотрят. Давай-ка мы вон туда вот стрельнем. Куда-то вот туда. Бабах! О, чувак ходит. Есть у меня одна идейка. Кто? Там еще кто-то поднялся. Давай сходим. Ты тут чё? Трупики обшариваюсь. Ну и чё, кто ещё остался? Где? Кто? Кто? Кого? Вот это вот бы подцепить. Сейчас мы их вон туда вот переманим. Прячешься в тени? Not bad, not bad. Не хотел бы я быть тобой. Что сказала? Ничего. Чуть не впалил. Все. Опасно, но на нее же никто не смотрит. Безопасно. Так. Человек-паук еще здесь. Спасибо за содействие. Патруль, доложите.
Готово. Охотники, надо проверить. Что, осталось вон там пару человек? Пару человек здесь. Я что-то видела. Будьте наготове. Это все к лучшему. Сейчас надо вот туда подойти и... Вот так. Че, всех укокошил? А, нет, вон там поднимается, смотри. Да, я сделаю вот что. Сзади него. Вот так вот. Мы с КТ-пауком разобрались тут со всеми. Обожаю смотреть, как ты их всех раскидываешь. Вот и наша птичка. Попробуй с помощью костюма перегрузить дрон. Ладно. Попытаюсь. Так, подключение есть. Хвала Юниксу. Теперь перезагрузим высотомер и... Анжел! Как я выгляжу? Как летающий робот. Робот, который вышел на след ящера. Класс! Так быстро? Кажется, он там. Управляемость так себе. Вот это нехорошо. Ганке, ты в норме? Да. Но тут теперь, кажется, не пройдешь. Ничего. Встретимся на той стороне. Гараж может вывести на Ганке и на ящера. Странно, как этот ястреб, робо-ястреб, смог освободиться от паутины. Или Ганке дал разряд какой-то электрический, который паутину снял. Ага, нам сюда. А есть где-нибудь фонарик или ночное видение? То нифига не видно. Ну ладно, со мной КТ-паук. Вперед. Поэтому мне не страшно. Я ж теперь не один. Это Питер-заменитель, точно, до меня только сейчас зашло. Питер же сейчас с Гарри возится и со своим костюмом. А я вот с котиком буду. Ёлки-палки. Неприятно. Надо убираться отсюда. Надо бы еще куда идти? Вот сюда, что? Я проделал не Ганке. Котик, береги голову. А то я ж не вижу, что там рюкзаки. Это что, рыба была? Сегодня в меню суши. Я вначале подумал, что это щупальца какая-то вылезла. Мистика, мистика. Не обосраться бы сейчас тут, слишком темно. Котик, прячься в рюкзак. По-братски. Что произошло? Не видно нифига. Это точно было. Что же кроется за дверью номер один? Знаешь, что мне это сейчас напоминает? ФНАФ, ёлки-палки. Когда мы в парке ходили. Чувак, ты где вообще был? Без понятия, но я такое видел. Я тоже. Давай уже найдем этого ящера. Да, давай. Дрон к нему не привязался, кстати. Я его слышу. Он точно где-то рядом. Чуть не зашиб меня хвостом. Сложно сказать. Данные слежения страны не полные. Вон там еще ролета есть. Пойдем ее дернем. Может, что-то за ней? Ганке, встань сзади. Привод сломан. Он шкуру сбросил. Он еще больше, что ли, стал? Это его кожа. Но это же значит, он стал больше? И прожорливей. Эффектное появление Паркера.
Ну вот, теперь настрою паучков. Ух ты. КТ, Паркер и я. Привет. Есть зацепки? Здание кишит охотниками. Нашел Коннорса? Да. Ганки выслеживает. Здрасте, мистер Паркер. То есть, мистер Паук. Но данные не полные. С этим я могу помочь. Фу, это кровь? Секунду. Вложите ее сюда. Встроенный сканер. Удобно. Как круто! Тут столько данных. Одну секунду. Есть! Кажется, я его нашел! Ганки, стой! Не спеши! Это не я. И не я. А у меня и желудка нет, так что... За ним! Вперед, вперед! Коннорс нам нужен! Только он нам поможет, иначе Гарри умрет! Справимся! Тогда на тебе дроны, а на мне гидроциклы! Это просто жутко увлекательно! Осторожней! Берегись этих дронов! У-ху! Человек-паук! Дали бы хотя бы прокатиться на гироскутере, а то все на паутине, да на паутине. Вон там, вали его! Вечеринка на воде и без меня! Блин, прямо в этот закинуло меня. Под мост, серьезно? Ладно, догоняем, продолжаем. Я же еще, знаешь, как могу? Вот так вот. Юху, поехали. Правда, скорость очень... Ой, нет, это плохая была идея. Скорость очень быстро кончается, когда я так по воде серплю. Давай лучше по столбам. О, отлично. Река, а приливно-отливная отмель, на которой везет бой Человек-паук! Отличная экскурсия! Займись лодкой! Понял! А я обломаю крылья птицы! А я говорил, не троньте Коннорса! Сами виноваты! Ядовитый газ? И это все? Я почти все. Люди в безопасности. Как у тебя? Этот летун не сдается. Я прямо за тобой. Разберемся с ним вместе. Некогда. В смысле некогда? Питер, тебе темный костюм затмил голову. Мозги вообще не шарят. Попался. Есть. Заткните уши, ребята. О, нет, нет. Паук, у него защита. Человек-паук, держись! Майлз, красавчик вообще. КТ, он же не любит воду. Вон там, тот со щупальцами. Живо, живо, живо! О-оу. Вовремя он невидимку врубил. Майлз, давай, хватайся! Ганки, ты просто прелесть вообще. Выручаешь как никогда. У тебя за спиной. Я знаю, я знаю! Я хотел посерпить, да? Ну вот, пожалуйста, напросился. Нормально, ящеры там. Хочу стать едой ящера! Ёлки-палки. Оседлал его. Чувак сейчас охренеет, что он поймает. Мне бы только удержаться!
Точно! Пит, давай на счет три! Хорошо! Раз, два, три! Али! Зачем Ганки кричал? Как будто он в ястребе сидел. Или это был устрашающий рев? Мы его упустили. Не боись, Пит. Трекер у меня. Пойдем, его надо догнать. Нет. Он мой. Ты уверен? Он зубастый. Я тоже. Он ведь обычно не такой, да? Вот-вот. Да. Совсем не такой. Веном затумил разум Питеру. Ну, начинает затуманивать. Судя по жучку, Коннорс в канализации в верхнем Вестсайде. Надо спешить. Эй, дома у Коннорса было что? Нет, но я за ним слежу. Что не так? Ничего. И все-таки что? Майлз был не в форме. Ящера почти взяли. Уверен, он просто пытался помочь. Иногда проще делать все самому. Так нельзя, Пит. Мы же команда. Просто нам очень нужен Коннорс. Ради Гарри. Ладно. Скажи, как найдешь его. Приходи на бой. Там сделай сфотки получше. Оу. Нам в канализацию пришло время спуститься. Гарри. Так ты жив? От тебя давно нет вестей. Я почти нагнал доктора Коннорса. Как только я вколю ему противоядие, этот костюм вернется к тебе. Ладно. Дай знать, как найдешь его. Гарри снова взялся за тросточку. Ему, видимо, совсем фигово. В свинцовых трубах не проходит сигнал. Куда он идет? Откуда здесь камера видеонаблюдения? Только ящер устроит бардак даже в канализации. Я так полагаю, сейчас будет схватка в канализации с ящером. Он пробился на заброшенную линию метро? Вряд ли это случайность. Коннорс не хочет, чтобы себе за ним шли. По тоннелю через поезд. Он оторвал еще одну трубу. Наверное, пытался затопить тоннель. Куда вы идете, док? О-оу. Мы прямо у него на хвосте сидим. Это, между прочим, был ястреб. Робо-ястреб. Серьезно? И еще одна камера. О, нет. У Оскорб лаборатория в канализации? Наверное, Норман давным-давно обустроил тут все для Коннорса. Причем скрытно. Над чем же Норман заставлял Коннорса тут работать? Тут и стерильный цех есть? Пойдем посмотрим. Стоп. Это же ускоритель частиц в нашем фонде.
Коннорс засунул в него какой-то минерал? Что? А это из-за меня? Класс. Питания нет. Так, с чем мы имеем дело? Это не то. А, нет. Привет, док. Готовы к медосмотру? Я разберусь. Я думаю, пора включить. Сокрушительные атаки невозможно парировать и блокировать. Увидев синее предупреждение от такой атаки, немедленно уклоняйтесь. Может, я включу суперсимбиота? Мы это уже проходили, Коннор! Если вы меня слышите, мне нужна помощь! Как убить-то, ёлки-палки? Курт Коннорс! Блестящий ученый! Да, вы ошиблись! Но все еще может кончиться хорошо! Слышите? Вы хотите, чтобы семья запомнила вас таким? Вы можете вернуться к ним! Давай блокируем, блокируем нормально. Бежим, бежим, бежим вот сюда. Вот эту штуку сейчас заюзаем. Давай, давай, давай. Подходи, подходи, подходи на нее. Ну же. А, красавчик. Подумайте о жене! О сыне! Вы нужны им! Нормас. Вот эту штуку лови. Теперь вот эту штуку лови. Вот так вот. А теперь врубаем мощь. Сын не должен расти без отца! Боритесь! Ради него! Ну, симбиотом это слишком просто. Долбить ящера. Это не сработало. Я-то думал уже все, а нифига. У меня противоядие! Хвост длинный, лучше от него уклоняться. Мы уже давно могли с этим покончить! Да стойте же! Я спасал вас раньше! И спасу еще раз! Я могу вас вылечить! Блин, зря я походу просто сказал, что... Помогите мне немного! В костюме симбиота с ним просто! Сейчас самая жопа началась. А ну слезай! Слезай! На тебе. Не получилось. Не получилось, не получилось. Надо что-то думать. Нужно спустить его. Как тебя спустить? Может вот это? О, получилось. Так, там есть супер удар. Добивашечка. О, неплохо. А теперь вот это. Теперь вот это. И вон то еще. Затормози. Мне пора действовать. Неплохо, идем. Симбиотик не активируется сейчас. Паутина бесполезна. Неплохо пока что. Все проходит для нас. Воткни уже в него сыворотку.
Да что ж такое-то? Вот это другой подход. О-о-о. Не, ну куда же ты? Ну уж нет. Это будет сейчас символично. Огромный ящик, напоминающий динозавра, выскочил в музей динозавров. Нет у меня настроения гнаться за огромной ящерицей по всему Нью-Йорку! Ну только не это! Стой! Пострадают люди! Как будто он тебя слышит. Ну класс, теперь еще и полиция! Не спеши! И есть контакт? Не-не-не-не-не, не хочу видеть твой язык. Будет немножко больно. Я разберусь с этим. Вы мешаете. Издеваетесь, Коннорс? Вот это экшен тут начался. И охотники его на тачках мчатся. Вы знаете, что я этого не хочу! Охотники! Серьезно? Сами напросились! Ну вот, началась суета суетная! Проклятые охотники! Я же сказал, не лезьте! Один хочет спасти этого ящера, другие хотят его поймать, а другие просто смотрят. Надоела охота за ящерицей! Все мешают друг другу. У меня нет на это времени! Значок Avengers пролетел так что. Ну, держись! А! Игла не может пробить кожу! Да! Черт, игла застряла! Да! Мне очень нужен этот антидот! Драка перешла в новую плоскость! Воу! Это хорошо. Да! Вот черт! Вы что вы будете делать наверху? Улетите! Бежать некуда! Нет! Коннорс! Прекрасное создание. Я помогу! Кажется, Коннорс лишился хвоста. Блин, интересно, я успел или нет воткнуть ему антидот? Нет. Веном мне вправил руку. О, хвостик отрос.
регенерация — это так клёво. И так мерзко. Ну что, продолжим? Ладно, если иначе нельзя, я буду драться. Я и забыл, у него же новая фишка. А ведь я столько вам помогал. Могли бы хоть раз помочь мне в ответ. Это мой шанс. Вы слишком слабы, чтобы вернуть себе контроль. Нет. Понятно, почему семья вас бросила. Потому что вы слабак! Они боятся вас! И вы это знаете! Вот это я разошелся, конечно. Дичайше. А, попался. А без нового хвоста было не обойтись. Подлечимся. Ах ты ж, блин, надо прыгать, когда вот эта вся фигня прыгает. Нет, 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 нет. А теперь да. Больше не могу. Не прыгается. Я даже не для себя стараюсь. Вы нужны Гарри. Помните его. Когда-то у меня уже симбиот загружится по максимуму. Он умирает, но я не могу его потерять. Только вы можете ему помочь. Как я его колошмарю-то, а? Он мне даже толком ничего не может сделать. Местами-то. Его рот! Можно ввести противоядие в дёсна, если подобраться поближе! Чутка осталось. Совсем мальца. Ай, это больно. Да штопаны, я сейчас сдохну, да ёлки-палки, ну как так хорошо шел и под конец. Дошел до этого же этапа и... Сейчас посмотрим, уделаю я его или нет. Ну сейчас я должен его делать, правда у меня нифига нет. Наконец-то! Вади уже этот антидот сразу. Пора принять лекарство. Откуда он у тебя? От Гарри Осборна. Это же ваш проект. Идем со мной. Как я и думал.
Это здесь. Стоп, стоп, назад! Я взгляну поближе. Все в порядке, в порядке. Потрясающе. Стреляйте! Огонь! Что это такое? Осколок метеорита, упавшего рядом с городом много лет назад. Там мы и нашли его. На мне пришелец? Мы зовем его симбиот. Он связан с носителем на субклеточном уровне. В данном случае с Гарри Осборном. Он дал его тебе? Не совсем. Я был ранен. И симбиот выбрал. А это значит, он куда опаснее, чем я думал. Надо сообщить Воскорб. Надо его уничтожить. Уничтожить нас? Вы сказали, он меня выбрал. С ним Человек-паук совершенен. Цель обнаружена. Преследую. Ну вот, теперь Человек-паук реально стал опасен. Ну а что будет дальше, ты узнаешь в следующем ролике. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал, чтобы не пропустить его. Так что до встречи! МДжей, рад тебя слышать. Как дела? Нормально. Продолжаю набивать коробки. Только что связалась с Гарри. А ты сам-то как?